Здорово. Смотрю, тебе очень понравился видосик с Любой. Ну, это которая Монти. Ну, точнее, не Монти. Вот. Ну и решили мы с ней сыграть один на один, но весьма необычный. В общем, не дефолтный ангарчик, а на подрыве. Ну, заодно и навыки выхода на, допустим, подрывах отработать, вот. Ну, в общем, устраиваться поудобнее и приятного просмотра. В общем, для начала привет. Привет. Короче, у нас сегодня необычный такой один на один будет, вот. Ты вообще скромняшка, короче. Прям супер скромняшка. Да вообще. Нафиг такой быть вообще? Я не знаю. Просто очень много разговаривать. Просто в общем, для одного из формат обычный один на один. Начался. Играем только рынок. Вот. Чё, поехали? Я выхожу. Интересный весьма один на один. Весьма интересный. Все, я тут. Так, без гренок, наверное, да? Без гренок, без флешечек, без ничего. Начался. Да, только рынок давай. Чуваки, а вы вообще в курсе, что сейчас можно играть с золотыми пушками прям на новичках? Да-да, на 11 ранге выдают комплект золотых пушек по супер сниженной цене. Ну а за ход в игру ты вообще будешь получать целые комплекты пушек по 5 дней. Ну и тем самым тебе вообще не придется донатить, и ты сможешь нагибать с этими стволами. Когда будешь создавать новую почту, чтобы вкачать аккаунт, воспользуйся ссылками в описании, перейдя по которым, ты можешь получить на выбор боевой сет с крутым пулеметом, пушки неон, либо вовсе открыть золотую коробку и нагибать всех по хардкору с АК-103. Ну а если вы не знаете, как создать аккаунт, то ссылку я оставлю в описании. В том видосе я все подробно рассказал. Давай, удачи, чувак. Я жду тебя на ветеранах. Если что, мой ник X-Medium. Нет, не будешь. Я думал, если ты меня сейчас второй раз подряд убиваешь, то все, как бы я проигрываю. Ты, кстати, вообще играешь еще с чем-нибудь помимо Кальфа, Криса и там скаута с Кракеном? На инженера с другими пушками точно гоняю. На штурмовика могу с танковым гонять. Понял. Да, это бред. Нет. Блин, мне не нравится, единственное, что у Сайгра, это то, что у него слишком высокий разброс. Если еще перчатки попробовать элитные напялить, может быть, нормально будет. Но, блин, у него реально точность, разброс, точнее, очень высокая. Вот я сейчас в мясорубке играл, допустим, хоть я и там и делал крушители, но, типа, пули вообще рандомно летят, как будто бы. Ну да. Напяливать. Быстрый. Так, ты меня за стенкой был. Ну потом увидишь, как это. А, у тебя пилик упал. А, вот опять поднялся. А ты сама где проживаешь? На дне океана? О, вот это сейчас было очень жестко. Вот примерно. Я на тебя не нацеливалась, я просто так вышла. Это увидела, что ты лежишь и туда куда-то прыгнула и упала. Вот примерно так, кстати, когда мы с Хопом играли, примерно так он меня убивал, то есть. Анимация показывает, как будто бы он еще летит в прыжке, а он меня уже грохает. Я так поняла, что на тебя не надо выходить, потому что за стенками убиваешь. Ага, за стенками я убиваю. А ты нет, да? Ты не выходя, а я за стенки убиваешь. Ай, больно. Серьезно? Да. Вот так и думала, что прыгать будет. Я не ваншот дал. А почему не ваншотит-то? Ну типа, я думал, эта штука ваншотит. Ах ты, заразка! Не ожидал, да? Ну да, не ожидал. Ну не, на самом деле я думал, что ты будешь раньше чуть-чуть подкат делать. Просто зажал. Чистый метод против тебя. Просто зажать тебя. С этой стороны легче. Не знаю, кстати. Разница, по-моему, не почувствовала. Вот не ваншот опять. Кстати, почему не ваншотит? Как еще ни одна пуля даже не залетела в тебя? Я фуловая. Я знаю. Я тебе не ваншот дал. Ну сейчас ваншотил. Как это работает? А так нет, до этого я реально не сваншотил. У тебя один хп был, да? Угу. Вот. А как это работает? То же самое дистанция. Давай, давай, давай. Оть! Ну ладно, ну что ты? Я знал, что ты будешь префайром шить. А, прыгай. На! Нифига себе. Научи так же. Вот так же ты мне зарядила. Я тоже стоял такой, лежал в прицеле, думаю, сейчас она выйдет, я ее убью. Ага.
Ай-яй-яй! Я не думал, что ты будешь справа. Ой, сейчас жестко будет. Не люблю эту сторону уже. Ты вообще сидишь на месте, что ли? Я так и знал, что ты справа, но я думал, что ты лежишь. Сыграй, когда ты выходишь на противника, и если ты не знаешь заведомо его, ну, хотя бы прям вот точное местоположение, куда при фаерме стрелять, очень тяжело убивать с ним. А вот когда ты стоишь на приемке и на тебя человек выходит, тогда еще нормально. Ну, да. Ну, слушай, у тебя прям стрельба неплохая. Реально неплохая. Да, в тело зажимать. Да, смотрите. Уф, какая. Вот, я не понимаю, как ты так раздаешь пули постоянно в голову, но я не про это сейчас момент. У меня сейчас очень много пули летело, на самом деле. Я не про этот момент, просто бывал в момент, это просто пулька у меня так показывает, и ты убиваешь. А, да? Вот сейчас была пулька. Вот сейчас ровно пулька была. Не, это я просто примерное местоположение поставил туда мышку и всё. Чё? Не только так с игры можно играть. Ну, вот так вот можно. Ну, сейчас давай сыграем на инженерах, например. Ну, давай. На всякий случай пент возьму, вдруг защитит. Такой качи. Это не сковородка, как в PUBG. Короче, я буду сейчас играть щитами. Не надо так. Я тебя услышал. Команда врага уничтожена. Ну ладно, давай я без щитов буду, хорошо. Защитите стратегические объекты. Поехали. Ну блин, я вообще без звука, кстати, не могу играть на самом деле. Мать, ой, полегче, полегче. Полегче, не надо давить. Да вот эта пулька тянет, да что такое? Ну это Крис Кастом, как бы тут... С ним не поспоришь даже. Я тебе пулку дала, и ты нечестно. Я думала, ты там пойдешь, и ты резко у меня звуки смешались. Ну вот я и говорю, тяжело играть, когда ты тихий звук. Ааа! Не попал в голову. Мы проиграли раунд. Враг уничтожен. Где ты есть? Давай. Партизанка, все где-то есть. Ах ты! Сейчас бедра убила? Нет. Прицельно, серьезно? Да. Вот тут у меня такой два раза такой рывок сделала. Я тебя слышу, ты на желтом. Охренеть, мать, ты шо? Сильная? Типа того. Установите бомбу. Сейчас флешечку в лесу. Оп. Не надо. Вот. Так ты думала, что синего ДБ. Ну тут как бы дистанция подальше. Видимо, а кто-то реально задумывается об этом. Ой-ой, что-то я сейчас отдачу не сконтролил. Кажется, у него даже отдача есть. Прикинь. Ага. Не знаю, я обычно сейчас с отцерси бегаю. И с дезертычем, наверное. Ой, я на один пошла, не на два. Давай. Как... Чего? Мы проиграли. Упс. Что это сейчас было? Не знаю, а что было? А ты у меня, короче, не вышло даже практически. У тебя одно плечо торчало, ты меня убила, а потом твоя моделька появилась. Ну, не выиграл. Так, слушай, мать, ты что, собралась меня выигрывать, что ли? Ага, а как же? Как я тебя не убила? Как я тебя не убил? Ага! Все-таки я тебе больше дамага нанес. У тебя сколько первый раз давал? У меня пол хп был. Пол хп? Да. Но мне на 70 был пол хп. Раунд начался. Я же говорю, прыгать в Warface это вообще пе. Мертвое дело. Мать. Ух ты! Я не ожидал тебя там увидеть. Реально не ожидал. И ты мне, кстати, еще, по-моему, первым шотом в голову попала, что ли? Да, есть такое. Ну давай не будем, а? В смысле, как это не было? Как это не хедшот сейчас был? Не знаю, ты мне 70 даже 50 дал. Да нет, это я знаю. Я знал, что у меня микрокресты показывало, но я тебе жал прям в голову. Прям вот реально на уровне башки я весь спрей положил. Ну ты фоловый.
А, ты опять меня обманула, зараза! Ладно, блин, у меня звук был. Как ты это делаешь? Ты как будто бы знала, что я тут вижу. Нет, типа ты... Ну, короче, увидишь. Ну, не знаю, я вот... Ну, я не знаю, я бы на такое не среагировал. Ой, я гранаты кинула по привычке. Да ладно, ничего страшного. Я бы на такое не среагировал. Вот реально. Ну, то есть, даже снайпером, наверное, я бы не среагировал, кстати. Я, допустим, всегда, когда отвлекаюсь на радар, всегда в этот момент закон подлости происходит, и выходит чел, короче. Сейчас обойду с кишки. Эй, нечестно. Нечестно в арке обманывать меня. Че такой в обходку идешь убивать, да? О, да как ты это делаешь? Первым же выстрелом в голову, мать! Ты чё, блин? Сама сошла, что ли? В смысле в голову? Я бы тебя сейчас убила. Ты мне в голову попала? У меня слетела... У меня вся броня слетела, понимаешь? На такой дистанции слетает вся броня и... Примерно процентов 30 хп. Вот у меня так слетело просто от одной, от одного твоего попадания. В один момент было смешно. Не, ну это короче, тот момент, который я в арке сидела, я просто сидела, потому что... Рукой ударилась об стол, у меня на дико больно. Вот видишь, иногда спонтанность дает, приносит плоды. Ну, Ланенька, в общем, спасибо тебе за игру. Тебе тоже. Вот. Давай, удачки. Удачки.